Еще раз всем добрый день. Мы продолжаем обсуждать книгу Майкла Даммита «Логическое основание метафизики». Сегодня у нас первая глава «Семантические значения». Ну, честно сказать, я думаю, что после введения все, кто читал первую главу, поняли, почему я говорил о том, что мы с этой книжки прикурим. Даммит пишет ужасно, непонятно. По крайней мере, у меня всегда были проблемы с пониманием Даммита. Несмотря на то, что введение кристально чистое, в первой же главе начинаются очень серьезные проблемы. Я не берусь утверждать, что я понял, о чем говорит Даммит в первой главе. Ну, то есть какие-то отдельные моменты мне понятны, но в целом все как-то очень сложно. Может быть, это мое личное восприятие Даммита, не знаю. Но, в принципе, Даммит известен как очень темный философ. Вот. Значит, давайте, как бы то ни было, приступим. Первая глава – семантические значения. У меня здесь в заголовках слайдов отмечены названия параграфов. То есть можно ориентироваться на то, какой параграф мы сейчас обсуждаем в главе, смотря на заголовок слайда. Вот, и там первый параграф – это чем теория значения отличается от логики. Даммит говорит о том, что вообще имеет место два различия между логикой и теорией значения. Ну, во-первых, эти различия можно проводить касательно понятий истинности и истины. В частности, логика рассматривает такое понятие, как истинность в интерпретации. И, соответственно, когда мы занимаемся логикой, нас интересует общезначимость форм, различных форм рассуждений, и поэтому мы обращаемся к множественности возможных интерпретаций. Да, ну, самый элементарный пример, который это иллюстрирует, мы можем взять какую-нибудь там классическую логику высказываний, да, и посмотреть, как у нас понятие логического следования формулируется. То есть у нас есть интерпретации для формул. Для каждой формулы у нас в классической логике высказывания либо истинно, либо ложно. Мы можем, соответственно, там таблицу истинности составить. Да? Каждая строчка этой таблицы будет представлять собой отдельную интерпретацию. Ну и когда мы отношения между формулами рассматриваем, то у нас получается, что логическое следование из посылок в заключение имеет место, если не существует такой интерпретации, при которой посылки одновременно истинны, а заключение ложно. То есть мы рассматриваем сразу много разных интерпретаций. Мы не рассматриваем какую-то конкретную. Вот. В теории значения же, наоборот, говорит Даммит, нас интересует понятие истины, и мы рассматриваем одну интерпретацию языка. У нас нет множественных интерпретаций, нас интересует одна интерпретация. Мы хотим понять, как язык устроен, как он работает, но нас не интересует как бы описание рассуждений с помощью языка. Нас интересует именно то, как язык работает. Вот. И кроме того, различия между логикой и теорией значения могут быть обнаружены касательно таких понятий, как вывод и значимость. Если мы рассматриваем логику, то понятие истины там принимается как данность, то есть мы не описываем, что такое истина, да, и нас интересует сохранение истинности в выводе. То есть мы не, ну, логика не описывает, что значит для предложения быть истинным, для кого-нибудь, например, атомарного предложения, что значит быть истинным. Мы принимаем просто, что вот есть некоторая теория истины, она внешняя по отношению к логике, и логики она, вообще говоря, не касается. Логика у нас совершенно о другом. Логика не о том, как определить истинно предложение или ложно, а логика о том, как истинность сохраняется, когда мы строим выводы. Да, ну, то есть у нас истина должна переходить из посылок в заключение. Истинность посылок должна гарантировать истинность заключения. И это нас в логике интересует. Когда мы рассматриваем теорию значения, то тут Даммит говорит о том, что возникает очень интересное отношение между понятием истины или еще понятием условий истинности и значения.
понятия истины и значения очень тесно связаны. Да? Ну, такие лозунги существуют, которые говорят, что знать значение предложения значит знать, при каких условиях это предложение истинно, например. Да? Соответственно, между истиной и значением есть какая-то связь. И вот задача наша – выяснить, какова эта связь. Если мы выясним, то, возможно, мы поймем, как работает язык. Вот. И теория, задача теории значения, собственно, и состоит в том, чтобы объяснить, как язык работает. То есть объяснить, как это Дамит формулирует, объяснить, что происходит при произнесении предложения в присутствии других слушателей, других слушающих, которые знают данный язык. Вот это вот слоган, который я привел о том, что мы знаем значение предложения, когда можем указать, при каких условиях это предложение истинно. А и Дамит там еще несколько слоганов таких в этом же ключе называет. Кажется, что эти слоганы, вот эти вот лозунги, они характеризуют связь истины и значения. Но, тем не менее, Дамит говорит, что все эти лозунги, да, все эти лозунги, они лишь объясняют, каким образом понятие значения употребляется, они являются своего рода стипуляциями, да, стипулятивными определениями. Они не дают какой-то развернутой теории. То есть эти лозунги, они не являются теорией значения. Это некоторые дополнительные условия, которые могут как бы на теорию значения накладываться, и которые предполагаются теорией значения. Дальше Дамит говорит о том, что есть несколько, ну, скажем так, ну, он поясняет свою терминологию. Он говорит, что теория значения, вот the theory of meaning, под теорией значения в этом смысле он будет подразумевать раздел философии, который также известен как философия языка. То есть это объяснение того, как работает язык. Затем есть еще A theory of meaning, и тут Дамит указывает на Дэвидсона. Вот эта вот теория значения в этом смысле, какая-то неопределенная, да, теория значения, здесь имеется в виду, что это полное описание значений всех слов и выражений некоторого данного языка. Собственно, проект Дэвидсона заключается в том, чтобы построить вот такую вот теорию значения. Теорию значения в этом смысле. То есть для некоторого данного языка дать полное описание значений всех слов и выражений. Но для того, чтобы ничего не путать, говорит Дамит, он будет использовать термин meaning theory. Вот. И под этим термином он подразумевает то же самое, что и подразумевается под вот этой вот теорией значения в смысле Дэвидсона, то есть полное описание значений всех слов и выражений некоторого данного языка. Вот это такое терминологическое отступление. Вот, что же дает нам теория значения? Не в смысле вот этого описания некоторого данного языка, а в смысле некоторой всеобъемлющей такой теории, общей, да, в смысле философии языка. Вот, Дамит говорит, что такая теория значения дает нам общие принципы, на основе которых следует выстраивать теорию значения для конкретно взятого языка. И наша задача, собственно говоря, не описать значение для то, как работает какой-то конкретно взятый язык. Наша задача сформулировать такую теорию, которая покажет, как мы можем строить полное описание любого данного нам языка. Вот. Дальше Дамит сравнивает проект Фреге и вот этот вот свой проект по построению теории значения. И говорит, что у Фреге логика и теория значения зачастую перекрывают друг друга. То есть они частично пересекаются. Ну, если же рассматривать, как вообще вот со стороны логики подходит к описанию языка и со стороны теории значения, то Дамит отмечает следующий нюанс. Он говорит, что когда логик занимается исследованием языка какой-то, там, не знаю, логической системы, да, строит какую-то логическую систему, то для логика вполне достаточно иметь доказательство корректности, то есть soundness, да, и полноты.
Вот. Для логиков отношение логического следования должно схватываться теоретика доказательным способом. То есть как некоторое преобразование одного набора символов в другой. То есть тут у нас по поводу отношения выводимости, то есть логика занимается отношением выводимости, как мы это раньше выяснили, да, и, соответственно, отношение выводимости – это же чисто синтаксическое отношение. Вот. И предполагается, что в рамках логики отношение логического следования между посылками и заключением, оно вот таким вот синтаксическим способом должно схватываться, то есть в рамках теории доказательств. Вот. Если же философы описывают какой-то язык, то когда они пытаются дать обоснование различным рассуждениям на этом языке, они обосновывают эти рассуждения как производные правила вывода. Такие правила, которые могут сводиться к некоторым, безусловно, принимаемым базовым формам рассуждений. Либо же к объяснению значения логических констант данного языка. Ну, здесь получается так, что философы, они скорее вот не с точки зрения теории доказательств доходят к описанию рассуждений, к обоснованию рассуждений, а скорее вот с точки зрения теории моделей. Следующий раздел в этой главе как раз посвящен теории моделей. Ну и прежде чем мы сможем дать какую-то теоретико-доказательную, какое-то теоретико-доказательное объяснение общезначимости вывода, нам требуется иметь уже готовую интерпретацию, и такую интерпретацию Даммит называет интерпретацией путем замены компонентов схемы на подходящее выражение, то есть выражение подходящего типа. И здесь общезначимость будет зависеть от того, что всякая такая интерпретация, мы будем брать некоторые формы, да, они содержат какие-то переменные, да, когда говорит Даммит там буквы для предложений. Вот. И заменяем, соответственно, эти переменные выражениями подходящего типа. И если всякая такая замена будет давать нам интерпретацию, при которой заключение истины, то это означает, что у нас как бы вот, ну, вот это вот у нас будет такое определение общезначимости. Да? Общезначимость в этом смысле будет определяться как все возможные подстановки дают верный результат, да, истину или там логическое следование. Вот, ну, соответственно, для того, чтобы все это иметь, нам требуется проанализировать то, как предложения составлены из каких-то компонентов. Ну и, собственно говоря, мы обращаемся, после того, как мы проведем такой синтаксический анализ, да, мы обращаемся к нашей, в каком-то смысле, встроенной в нас способности определять истинные и ложные. Да, мы берем какую-то форму, делаем туда подстановку и на основе некоторой интуиции определяем, истина у нас получилась или ложь. Там, не знаю, вот если А, то Б, да, например, какой-нибудь у нас, мы вместо А, например, подставляем, там идет дождь, вместо Б крыши мокрые, и вот у нас получается, там, если идет дождь, то крыши мокрые. И мы, используя некоторую интуицию, некоторую такую интуитивную способность, определяем, истина это или ложь. Вот это такая, как бы, это такой пролегомен для построения теоретико-доказательной характеристики общезначимого вывода. Вот. С другой стороны, семантическая теория предполагает, что для каждой категории выражений мы определяем семантические значения. То есть вот у нас, например, есть некоторый язык, допустим, в нем есть переменные, для, переменные, которые занимают синтенциальные позиции. Соответственно, мы вместо них можем подставлять предложение. Да? И тогда мы можем определить, что семантическим значением для вот этой категории, для категории, там, которая занимает синтенциальные позиции, будет являться, например, предложение или что-нибудь другое, в зависимости от того, что мы строим, что, какую теорию мы хотим получить. Вот. И вот этот вот подход через определение семантических значений, он позволяет описать то,
каким образом истинность любого предложения определяется данными семантическими значениями на основе внутренней структуры предложения. То есть мы имеем синтаксический анализ предложения. Этот синтаксический анализ показывает, как компоненты предложения связаны с помощью логических констант. И, соответственно, мы, зная, что является семантическим значением для каждой категории выражений, можем определять истинность, да, составных предложений каких-то. Или даже не предложения, а выражений, потому что там термы тоже еще могут быть. Термы являются составными выражениями, но они отличаются от предложений очевидным образом. Вот, и Даммит говорит о том, что семантические значения следует отличать от референции. Это вот такой традиционный перевод Фреги на английский язык, который идет еще от Блэка, по-моему, или от Гичели, ну вот от кого-то из них. Ну, то есть от значения, да, от фрегевского термина бидоту. Вот, семантические значения следует отличать от значения по Фреге. Вот, семантическое значение, говорит Даммит, не совпадает с тем, что обозначается именем. И аналогично то же самое у нас имеет место для предикатов там и для предложений. То есть, да, предложения они тоже имеют по Фреге значение, они в некотором смысле, говоря метафорически, именуют истину или ложь. Да, предикаты, соответственно, там объемы какие-то, ну, классы. Вот. Понятие референции по Фреге достаточно широкое понятие, и оно предполагает не только семантическое значение, но также еще три компонента. Это три компонента следующие. Во-первых, это отождествление референции имени с носителем этого имени, с некоторым объектом. Затем взаимозаменимость любого выражения «т» с фразой «то, на что указывает «т». Да, мы в любом контексте можем такую замену осуществлять. И третий компонент понятия референции по Фреге – это тезис о том, что референция наших слов совпадает с тем, о чем мы говорим. То есть если мы верным образом там, употребляем наши языковые выражения, то они именуют некоторые экстралингвистические объекты. Вот. Для семантической теории требуется объяснение композициональности. И это как раз-таки мы помним, что Фреги говорил о композициональности, да, он там в введении к основоположениям арифметики, если я правильно помню, вводит принцип композициональности, согласно которому значение некоторого составного выражения зависит от значений компонента этого выражения. Это то, что Даммит называет фрегианским синтаксисом. То есть у нас фрегианский синтаксис – это такой синтаксический анализ, который выявляет структуру некоторого языкового выражения, и с ней дальше мы можем работать уже семантическим образом. Следующий раздел – это прямые объяснения. Ну, там термин «straightforward» используется. Я не придумал какого-то более удобного варианта, как это выразить на русском языке, поэтому взял просто термин «прямой», да, «прямое объяснение». Даммит говорит о том, что, возможно, несколько стипуляций или обусловленностей. Мы можем давать описание значения для логических констант следующим образом. Через абсолютно прямую обусловленность или стипуляцию, наверное, стипуляция более удачный термин. Вот, через абсолютно прямую стипуляцию, как это, например, делается в классической логике, через понятие истины, да, у нас там импликация, если А, то Б, мы говорим, что она истина, если А истина и Б истина. Да, например, можем так это определить. То есть мы для некоторого составного выражения, благодаря тому, что мы знаем, как синтаксически оно устроено, через понятие истины можем описать, ну, то есть истинность вот этого целого выражения можем свести к истинности конституента, которое мы выявили путем синтаксического анализа.
Вот. Кроме того, возможно, относительно прямая стипуляция для логических констант, когда, ну, это имеет место, например, для неклассических семантических теорий, для языков, которые, тем не менее, имеют подлежащую классическую логику. Вот. Здесь мы можем анализировать, соответственно, истинностное значение, да, ну, то есть давать стипуляцию для какой-то логической константы через понятие относительной истины, как делается, например, в семантике возможных миров. То есть там у нас подлежащая логика является классической, но мы не можем напрямую проанализировать, потому что структура семантики возможных миров сложнее. Да, там у нас зависит от того, в каком мире мы находимся, соответственно, у нас стипуляция для логических констант будет иметь вот этот вот относительный характер. Да? Мы вводим относительность, там, например, в случае семантики возможных миров, относительность по отношению к конкретному возможному миру. Да, мы говорим, что там дизъюнкция А или Б истина в мире W, если А истина в W или Б истина в W. Вот. А в случае, когда мы работаем с неклассической логикой, когда мы... Когда у нас объяснение, да, или вот стипуляция некоторых логических констант не является даже относительно прямой, у нас возникает случай, когда вот этот вот семантический анализ получает большую сложность, да, и мы не можем напрямую в терминах истинности проанализировать. Казалось бы, не можем. Да, это у нас делается, например, ну вот здесь... для деревьев бета, для интуиционистской логики. Если А, то Б у нас, мы говорим, что оно истинно, на некотором узле П, если для всякого узла или для всякой ноды Q, которая меньше либо равна П, если А истинно в Q, то Б истинно в Q. Вот у нас более сложный анализ, и просто одним понятием истины мы здесь уже никак не можем обойтись. И даже относительной истинностью мы тоже не можем обойтись. Вот, но несмотря на то, что у нас для классической логики есть стандартная семантика, для неклассической логики у нас стандартных семантик нет, ну, в частности, там Дамит конкретно обсуждает интуиционистскую логику, да, у интуиционистской логики нет стандартной семантики, есть несколько разных подходов, вот, через деревья бета, потом крипковский подход есть, да, ну и еще несколько. Вот, несмотря на то, что у нас нет вот этой стандартной семантики для интуиционистской логики, значение логических терминов нам вполне ясно. Да, и вот он говорит о том, что, конечно, там есть, например, объяснение логических констант, которое дается Геттингом, да, там через понятие доказательства, но есть определенные сложности, которые связаны с тем, что математизировать эти вот рассуждения, да, представить вот эту стипуляцию для логических констант интуиционистской логики в некотором математизированном виде не удается. Хотя определенный прогресс есть, но, по крайней мере, на момент написания книжки, вот этой вот книжки Дамита, стандартная семантика для интуиционистской логики не построена. Вот, и возникает, например, вопрос, каким образом мы можем связать полноту интуиционистской логики, например, относительно деревьев бета с некоторым подразумеваемым значением для логических констант. То есть мы можем взять, допустим, да, интерпретацию интуиционистской логики с помощью деревьев бета, показать там полноту, показать еще какие-нибудь свойства интересные, но непонятно, каким образом все это связано с тем, как мы в духе Геттинга интерпретируем значение логических констант через понятие доказательства. Вот, и Дамит говорит, что здесь есть определенные возможности. Мы можем по-другому определить понятие общезначимости. Можем получить почти стандартное определение истинности для атомарных формул. Когда, ну, для этого нам нужно множество заменить на заселенные виды. Правда, это приведет к определенным трудностям. Ну, в дальнейшем, я думаю,
об этом мы сможем поговорить. Вот. И у нас получится так, что определение истинности составных формул будет достаточно близко стандартному при условии, что логические термины мета-языка понимаются интуиционистски. То есть у нас интуиционистский мета-язык, и при условии того, что у нас мета-язык интуиционистский, множество заменены на заселенные виды, мы можем дать почти стандартное определение для почти стандартную семантику, то есть почти стандартное определение истинности для атомарных форм. Вот. Ну и Даммит заключает, что, видимо, синтаксис в духе Фреге не обязательно требует классической интерпретации, предполагающей, что значение логических констант сразу же даны, если дано описание композициональности. Собственно, с этого начинается, не помню, вот, по-моему, вот этот как раз параграф про прямые объяснения. Там Даммит задает вопрос, вот у нас есть синтаксис, да, в духе Фреге, и, казалось бы, из него некоторым естественным образом, нам даже не надо ничего делать, у нас естественным образом вытекает стандартная семантика. Но в этом параграфе Даммит показывает, что вот этот вот фрегианский синтаксис, он не обязательно влечет за собой классическую интерпретацию. Мы можем по-разному этот фрегианский синтаксис использовать и, соответственно, отойти от классической логики и отойти от прямых стипуляций для логических констант. И вот то, что предлагается, в частности, для интуиционистской логики, это так называемые внутренние интерпретации. Значит, что называется внутренней интерпретацией? Внутренняя интерпретация для некоторой формулы интуиционистской логики аналогична стандартной двузначной семантике классической логики. Однако семантика на основе деревьев бета дает нам непрямое объяснение по меньшей мере некоторых логических констант, да, непрямые стипуляции. Для классической логики можно дать прямые или относительно прямые объяснения логических констант. Для неклассической логики можно дать и прямые, и относительно прямые, и еще и непрямые объяснения. И в этом случае семантика не будет аналогом классической семантики. Вот. И Даммит снова повторяет, вот, как кажется, синтаксис в духе Фреге действительно не предполагает классичности. Но, тем не менее, остается неясный вопрос, почему в случае неклассических логик нам так интересны семантические теории, которые не являются аналогами классических семантик, то есть которые дают непрямые объяснения для логических констант. Ну и дальше Фреге приходит, то есть Даммит, дальше Даммит приходит к заключению, что тем не менее вот эта точка зрения неверна, так как если случай классической логики в отношении значения переменной для предложения в формуле ясен, а значением является истинственное значение, то случай интуиционистской логики остается неясным. Да, и непонятно, что должно быть значением для переменных, занимающих синтенциальные позиции. Да, то есть мы, конечно, можем использовать понятие пропозиции, мы можем говорить, что в рамках интуиционистской логики предполагается, что значениями для таких переменных будут являться пропозиции, но, тем не менее, Даммит говорит, что это не решает проблему, потому что понятие пропозиции остается неясным. Вот. И также для интуиционистской логики характерна следующая особенность. Когда мы строили вот эту вот такую стандартную, да, почти стандартную семантику, то есть вот эту внутреннюю интерпретацию давали, мы заменяли множество на виды, на заселенные виды, но мы потеряли определенный нюанс, так скажем, упустили определенный нюанс. И Даммит на него обращает внимание. Он говорит, что вот смотрите, множество являются определенными и экстенсиональными. Определенными в смысле того, что нам для всякого элемента известно, является он, для всякого объекта известно, является он элементом множества или не является некоторого данного множества. Вот. А виды не являются определенными и не являются экстенсиональными. Если у нас есть два вида, и они
и там, так метафорически говоря, содержат одинаковые объекты, это не означает, что это один и тот же вид. Да, мы не можем их как бы сказать, что они эквивалентны. Вот. И кроме того, для любого объекта мы не можем определить, относится он к какому-то данному виду или не относится. Это не всегда очевидно. Вот. Как определяет пропозиции Гейтинг? Гейтинг говорит, что пропозиция – это разрешимая классификация построений. То есть на классификация построений на такие, которые являются доказательствами данного утверждения и не являются доказательствами данного утверждения. Вот. А виды он определяет как эффективную ассоциацию каждого элемента домена с такой пропозицией. То есть у нас первичное оказывается понятие пропозиции, дальше мы можем на основе него понятие вида определить. Вот. Однако вот эти вот определения, отмечает Даммит, пропозиции и, соответственно, вида, предполагают непрямое объяснение логических констант, и они не могут использоваться во внутренней интерпретации, которая является почти стандартной. Да. То есть в такой интерпретации, которая будет прямой или относительно прямой. Но, тем не менее, синтаксис в духе Фреге не определяет семантическую теорию, не определяет то, как должна строиться семантическая теория. И более того, синтаксис в духе Фреге не определяет даже и не определяет семантическую теорию, даже если мы добавим какое-то конкретное понимание логических констант к нему. Вот. Однако нам всегда, ну то есть, если мы дополним синтаксис в духе Фреге объяснением того, в чем состоит семантическое значение предложения, вот тогда у нас уже семантическая теория будет определена. Вот. Если же рассматривать естественные языки или языки с демонстративами, то вместо семантических значений предложений следует определять семантические значения для произнесения этих предложений, да, для конкретных случаев произнесения. Ну, Даммит говорит, что вот все вот эти вот нюансы мы на самом деле оставим в стороне, нас не будет интересовать конкретно там, построение для естественных языков или языков с демонстративами. Нам вполне достаточно просто определить семантическое значение для предложений, потому что если мы перейдем вдруг к естественным языкам, то это объяснение нашу семантическую теорию, то есть мы всегда сможем дополнить. Да? Нам нужно будет просто оговорить, что семантическое значение предложения заменяется там на семантическое значение произнесения предложения. Вот. Таким образом, если определено, что является семантическим значением предложения, то также и определено соответствующее понятие интерпретации. Даммит говорит, ну давайте назовем значением утверждения семантические значения предложения. Ну то есть вот семантические значения предложения мы будем называть значением утверждения, или у него это statement value. Я решил так вот значением утверждения передать. Или утверждение значения, если хотите, можно говорить. Вот. Мы оговариваем некоторую структуру для языка, некоторую семантическую структуру следующим образом. Мы будем говорить, что объекты являются семантическими значениями термов, а затем кортежи длины n, отображение кортежей длины n в утверждение значения – это, соответственно, семантические значения для n-местного предиката. И в разных логиках у нас будут использоваться разные такие отображения. Да, в случае интуиционистской логики это будет эффективное отображение, в случае классической это произвольное. И все это является следствием теории значения, которая лежит за семантической теорией.
Семантические значения предикатов всегда являются отображениями из объектов в значение утверждений. Но выбор этих отображений не определяет способ объяснения составных форм, то есть не определяет значение логических констант. Вот в любом языке, который мы возьмем, у нас предикаты – это отображение объектов в утверждение значения. Но эти отображения, как на предыдущем слайде было сказано, могут пониматься по-разному, как эффективные, как произвольные, или если у нас еще какая-нибудь семантическая теория возникнет, может быть, еще каким-то другим способом. Что у нас происходит с утверждением значения, то есть с утверждением значения в классической семантике? Семантическим значением там является либо истина, либо ложь. А вот предложение у нас, семантическое значение любого предложения – это либо истина, либо ложь в классической семантике. Если у нас отсутствует какая-либо спецификация того, в чем состоит семантическое значение предложения, то, соответственно, у нас отсутствует параллелизм между внутренней интерпретации интуиционистской формулы и двузначной интерпретации классической формулы. И таким образом понятие внутренней интерпретации лишается статуса семантического понятия. Нам нужно обязательно иметь какую-то спецификацию, в чем состоит семантическое значение предложения. Вот, и внутреннюю интерпретацию, говорит Даммит, лучше всего понимать как интерпретацию путем замены. То, что вот у нас в самом начале там было по поводу сравнения логики с теорией значений. Хотя Даммит говорит, что это не совсем так. Ну, в частности, при таком подходе у нас с индивидными константами будут связываться объекты, а не термы. То есть вот когда мы делаем интерпретацию путем замены, у нас индивидные константы должны заменяться на некоторые термы. Да, мы же интерпретируем с помощью какого-то уже понятного нам языка. Мы не объекты туда подставляем, а термин. Вот, и этим, в этом отличие внутренней интерпретации от интерпретации путем замены. Но, тем не менее, мы можем все равно внутреннюю интерпретацию понимать как такую квази-интерпретацию путем замены. И такую интерпретацию в действительности можно назвать программной. Программный в смысле того, что она как бы является такой общей. Да, это обращение к некоторым программным понятиям семантических значений предложений и предикатов. Вот, программная интерпретация может стать семантической, когда будет определен тип семантических значений предложений. То есть нам достаточно определить, что является семантическим значением предложения, и тогда программная интерпретация станет семантической интерпретацией. Вот, но это, правда, еще не конец построения семантической теории, потому что нам еще нужно определить значение для логических констант, да, а программная интерпретация предполагает лишь их объяснение через истинность конституент, как это делается в классической логике, но как это не делается в случае неклассической теории. Ну и здесь Даммит приходит к рассуждению о том, что же является центральным понятием теории значения. С его точки зрения, любая семантическая теория сначала определяет понятие интерпретации, затем определяет, когда при такой интерпретации формула истинна. И тогда мы сможем объяснить уже общую значимость различных схем рассуждений. Поскольку целью всякой семантической теории является определить истинность формулы при некоторой интерпретации, постольку мы можем это наблюдение использовать для определения того, что такое центральное понятие теории значения. Однако, говорит Даммит, не во всякой теории семантическим значением переменных для предложений будут истинностные значения истина и ложь. Ну, то есть там вот мы в случае интуиционистской логики уже затронули, там у нас мы, по идее, могли бы использовать пропозиции, да, например, но, тем не менее, у нас все равно определенные неясности остаются.
Вот. И, собственно говоря, понятие интерпретации определяется выбором того, что будет играть роль значений утверждений. Поэтому вот это понятие, понятие утверждения значения, оно является центральным понятием семантической теории с точки зрения Даммита. Как мы можем классифицировать разные типы семантических теорий? Вообще говоря, Даммит выделяет два принципа классификации. Во-первых, в классической логике у нас значение утверждения – это истина или ложь. И все остальные теории, которые используют для стипуляции логических констант какие-то другие понятия, которые отличаются от понятия истинности. Ну, примерами являются здесь многозначные семантики там, с выделенным значением или какие-то релятивизированные значения истинности, как в семантиках возможных миров. Вот. То есть мы разделяем вот на классические семантические теории и на все остальные, там, можем так классифицировать. Ну, кроме того, есть еще другая возможность. Семантическое значение предложения может связываться с тем, что делает предложение истинным. Например, здесь Даммит приводит две конкретных семантических программы. Это подход Геттинга, где понятие истины предполагает существование построения, то есть мы сводим истинность к некоторому квантерному выражению, вот, предполагающему существование построения, которое доказывает данное предложение. Либо у Хинтики в его теоретике игровой семантики у него понятие истины предполагает существование выигрышной стратегии, в которой первым шагом является продуцирование данного предложения, которое мы анализируем. Вот. И Даммит говорит, что семантическая теория может быть разделена на три части. Во-первых, это часть, которая объясняет, в чем состоит интерпретация, то есть какие виды семантических значений связываются с какими типами переменных. Затем часть, которая определяет, как семантическое значение формулы определяется значениями ее конституент, такая композициональная часть. И третья часть определяет, что значит для формулы быть истиной при некоторой данной интерпретации. Ну и, как это уже упоминалось, семантические теории могут предполагать прямые и непрямые объяснения логических констант. И вот чуть раньше я говорил о том, что для классической логики у нас возможны прямые и относительно прямые стипуляции, для неклассической семантической теории у нас возможны прямые, относительно прямые и непрямые стипуляции. Вот, и, пожалуй, самый сложный параграф – это классическая семантика. В этом параграфе Даммит говорит следующее. Вот он говорит, мы ввели программное понятие интерпретации. Программное понятие интерпретации предполагает, что истинность составной формулы напрямую характеризуется через истинность под форму, через истинность конституента. Ну и зачастую при превращении этого программного понятия в семантическое, то есть мы помним, что если мы определим, что является значением утверждений, да, утверждением значений, то мы превратим программное понятие интерпретации в семантическую интерпретацию. Если мы это осуществляем, то зачастую этот момент у нас теряется. То есть после того, как мы программную интерпретацию превратим в семантическую интерпретацию, у нас может оказаться так, что истинность составной формулы не будет напрямую характеризоваться через истинность подформ. Однако превращение программного понятия интерпретации в семантическое таким способом, оно не определяет понятие истины в контексте того, как семантические значения составных предложений формируются с помощью логических операций. Вот. И в ряде случаев прямая стипуляция истинности составного предложения через истинность конституент не является демонстрацией того, что истинность этого предложения определяется истинностью конституента. Условия истинности
Например, в случае интуиционистской теории можно задать через истинность конституент, но оно не определяется истинностью конституент, а скорее наличием доказательств. То есть здесь Даминг говорит о том, что мы можем построить вот эту почти стандартную семантику, в которой понятие истины будет использоваться как некоторое объяснительное понятие, но тем не менее мы всегда должны помнить о том, что, допустим, вот в случае интуиционистской логики строим мы такую почти стандартную семантику, и нам кажется, что мы объясняем значение логических констант через понятие истины, но на самом деле это не так. На самом деле значение логических констант здесь определяется через понятие доказательства. И достигается это, в частности, тем, что мета-язык у нас... мета-язык к значению логических констант, которого мы сводим логические константы, значение логических констант языка объекта, этот мета-язык является интуиционистом. Вот. И в случае классической теории, когда мы имеем дело с прямыми стипуляциями, нам требуются некоторые существенные фоновые допущения, как это говорит Даминг. Вот. И только тогда эти стипуляции могут показать, как истинность предложения определяется тем, как это предложение составлено. Вот. Без этих допущений данные стипуляции не описывают семантическую работу языка. И там Даминг рассуждает о том, что вот когда мы впервые рассматриваем такие стипуляции, нам кажется, что это просто повторение. Да? Мы сводим значение логических констант языка объекта, соответственно, к значению логических констант известного нам, ну, казалось бы, известного нам мета-языка. Да, мы, например, говорим, что импликация, если А, то Б, истина тогда и только тогда, когда, и там говорим, например, А есть, если А истина, то Б истина. Вот это вот если то, это, соответственно, логическая константа мета-языка, и мы должны иметь какое-то понимание ее для того, чтобы эта стипуляция, вообще говоря, работала. Ну и казалось бы, что здесь у нас ничего нового не говорится, просто мы повторяем, да. Но, тем не менее, если мы добавляем какие-то вот эти фоновые допущения, правда, я не понял, честно сказать, в чем эти фоновые допущения могут состоять, мы можем, например, восстанавливать значение логических констант в виде таблицы истинности, там, да, мы можем даже, если у нас мета-язык интуиционистский, мы все равно можем дать обоснование для интерпретации, такой вот табличной интерпретации формулы, ну и так далее. Вот этот вот семантический анализ, мы можем обнаруживать ошибочность семантического анализа, ошибочность его для семантических целей с помощью прямых стипуляций. И поэтому мы можем говорить о том, что семантический анализ проведен как-то неверно для семантических... Синтаксический анализ проведен неверно для семантических целей. То есть мы не можем как бы корректно восстановить значение для логических констант. Вот, и поэтому такие стипуляции, несмотря на то, что они не информативны, они важны, поскольку мы можем отделить корректный синтаксический анализ для семантических целей от некорректного. Вот, однако эти стипуляции, если они верным образом осуществлены, они дают нам лишь семантически подходящие синтаксические формы. То есть некоторые синтаксические формы, которые подходят для построения семантической теории. Вот. Но на самом деле построение семантической теории требует большего, требует некоторых дополнительных усилий, некоторых дополнительных рассмотрений. Вот. И Даминг отмечает, что вообще, так говоря, всегда должно быть возможно сформулировать прямые стипуляции через понятие истины для любого языка. И невозможно сделать это, определяется тем, что мы выбираем неверный, мы осуществляем неверный выбор логических констант нашего мета-языка, к которым мы, собственно, сводим объяснение значения логических констант языка объекта. Вот. Но другими словами, получается так, что возможность сформулировать прямые стипуляции для логических констант объектного языка зависит от
значение логических констант мета-языка, то есть законов, которые управляют логическим константом. Вот, на этом первая глава заканчивается. Спасибо за внимание. Я надеюсь, хотя бы что-то понятно было, потому что я на самом деле из первой главы многое не понял. Спасибо большое, Лев. А нельзя ли уточнить понятие стипуляции? Это указание определенных, ну, как бы такая, скажем так, указание определенных условий или требований. То есть это некоторая договоренность. Вот мы договариваемся, да, указываем, что значит для импликации быть истиной. Это выполнение условий того, что если А истина, то Б тоже истина, например. Ну, стипуляция – это сами договоренности или нет? Ну, вот термин «стипуляция» может пониматься и в том, и в другом смысле. И в том, и в другом. То есть это могут быть и сами договоренности, и процесс формулирования этих договоренностей. Если можно, я уточню. Это получается некоторая такая социальная, что ли, процедура, или это логическая, методологическая штука в первую очередь? Ну, в данном контексте это методологическая штука. Угу. Спасибо. Но вообще у термина «стипуляция» есть и социальная характеристика, социальный смысл, который заключается в том, что мы формулируем некоторое юридическое соглашение. Там мы можем заключить некоторый договор, вот это вот некоторая стипуляция тоже будет. Так. Ну и более частный вопрос, хотя он важен, видимо, для понимания. Что такое фрегианский синтаксис? Фрегианский синтаксис – это синтаксис, который выстраивается на основе принципа композициональности. Композициональность. Это тогда понятно. Ну вот, к сожалению, трудно удержать в голове всех этой мысли, которые Дамит выстраивает в отношении фрегианского синтаксиса, в отношении других вопросов. Да, у Дамита ужасно много мыслей, и все они чудесным образом перепутаны друг с другом. У меня тоже есть вопрос. Можно уточнить понятие внутренней интерпретации? Угу. Понятие внутренней интерпретации. Сейчас вернемся к нему. Вот тут вот про внутреннюю интерпретацию. Внутренняя интерпретация, ну, Дамит описывает внутреннюю интерпретацию для интуиционистской логики. Это почти стандартная семантика. То есть мы определяем значение логических констант интуиционистской логики, даем прямое объяснение этих значений логических констант и даем объяснение через понятие истины. В таком случае, чем оно отличается от обычной интерпретации в классической в семантике классической логики? И почему используется название внутреннее? Честно сказать, мне... Ну, то есть, честно сказать, я не знаю, почему это точно так, могу только предположить. Для того, чтобы дать внутреннюю интерпретацию, нам необходимо, чтобы мета-язык тоже был интуиционистским. Вот. Может быть, потому что у нас значение логических терминов для того языка, для которого мы строим семантическую теорию, они сводятся к значениям логических терминов мета-языка. Это является внутренней интерпретацией. Ну, то есть у нас как бы мета-язык, он
ну, давлеет, да, он больше. Мы для некоторой выделяем некоторый фрагмент, он является языком объектом, или его интерпретируем внутри. Ну, то есть у нас здесь получается так, что вот если у нас в мета-языке импликация интуиционистская, то мы можем дать прямое объяснение для импликации в языке объекте через понятие истины. Если у нас это не так, то мы не можем дать прямое объяснение. Мы должны использовать там понятие доказательства, которое к понятию истины не сводится, еще что-нибудь там делать. Ну, вот об этом Дамит пишет как раз на 28-й странице. Вот там он говорит, что в своих лекциях по интуиционизму в Кембридже Ван Даллен категорически утверждал, что понятие внутренней интерпретации просто является интуиционистским аналогом классического, того же классического понятия. То есть отличие заключается в том, что мы заменяем множество на заселенные виды, вот, естественно, не пустые, но и мета-язык у нас обязательно тоже интуиционистский. Вот складывается такое впечатление, что перед нами некоторая мета-семантика, но как бы она построена вроде бы нестандартным образом. То есть, если строить метасемантику, то вроде бы правильно было вписать семантику в семиотику и определиться с синтаксисом и прагматикой, и через них уже попытаться рассматривать семантику. А здесь не прорисован синтаксис, ну, явным образом как-то не выстроен и непонятны предпочтения автора, а тем более не прописана прагматика. Это создает такую сложную какую-то метасемантику несемиотического типа. Не знаю, но мне так показалось. Ну, синтаксис-то здесь есть, он как бы предполагается уже готовый, это вполне стандартный синтаксис любого языка логики. Там, не знаю, язык логики предикатов возьмем, у нас там будут индивидные константы, индивидные переменные, затем будут предикаторы, функторы, вот. Ну, еще синтенциальные могут быть какие-то переменные. Ну, это уже необычный первопорядковый язык. Ну, такой, как говорит Дамит, это фрегианский синтаксис. Вот такой вот чисто логический фрегианский синтаксис. Как я понимаю, он изначально исходит из того, что композициональность нам нужна, без нее никак. Да? Правильно? Ну да, конечно. Но сама по себе композициональность при этом не определяет... не определяет значение логических констант, даже в классической семантической теории. Просто одной композициональности еще недостаточно. А в классической разве недостаточно? Ну вот Дамит говорит о том, что есть какие-то фоновые допущения, которые требуются, и без них обойтись нельзя. Я, правда, не понял, что это за фоновое допущение. Насколько я поняла, имеются в виду какие-то допущения о значениях, ну, соответствующих выражений мета-языка, с помощью которых мы объясняем значения логических констант. Ну, видимо, для мета-семантики не существует еще никакого языка. Да, может быть, он пытается говорить на логике языка, логике предикатов второго порядка. А у меня вот какой вопрос возник. Я не очень понял все еще отношение между семантиками, ну, теориями значения, точнее, и логиками.
о котором речь шла в начале. То есть в итоге, ну не то, что первично, а условно, в каких они, в принципе, отношениях-то находятся. То есть у одной логики может быть много теорий значений, или к одной теории значений можно подобрать несколько логик. И вообще связаны ли они в конечном итоге, или они как-то в разных плоскостях, разрезах находятся, и никакой необходимой связи между ними нет. Ну, они, казалось бы, изучают одно и то же, изучают язык какой-нибудь, да? Вот. Но логику интересует вполне себе конкретная часть, то, как мы рассуждаем. И эти рассуждения представлены с помощью языка. Вот. А теория значения – это, в принципе, такая всеобъемлющая теория, которая объясняет, как язык работает. То есть у нас не только возможности рассуждений интересуют, какие-то даже такие возможности рассуждений, которые, может быть, не реализованы еще. Нас интересует, как, в принципе, вот язык работает. Логика же вроде нормативная наука, которая разрабатывает правила, которые совсем не обязательно выполняются. А теория значения, она все-таки получается ненормативная. А, в принципе, смотрит, что происходит по факту. Да, мне кажется, что теория значения дескриптивная. Угу. Но, может быть, вот тут какое-то различие есть. Мне просто, пока я слушал, вот возникла идея. Берем классическую логику, и теоретически с классической логикой можно примирить очень много разных теорий значения, даже несуществующих. И наоборот, если мы берем одну теорию значения, то рядом с ней могут, ну, вместе, в союзе с ней, условно, могут работать куча разных логик. И, ну, по сути, так и происходит. Поэтому возник вопрос, а вообще есть между ними какая-то корреляция обязательная или нет? Об этом я пока ничего не могу сказать. Ну вот если вспомнить содержание введения, там было сказано, что, в общем, логика, которую мы принимаем, то есть наши представления о том, какие формы аргументации являются значимыми, сохраняют истинность вне зависимости от того, чем эти формы заполнены, какими предложениями, с каким содержанием, она все равно, они, эти представления, обусловлены тем, как мы понимаем, что такое значение. То есть, по всей видимости, связь между логикой и теорией значения. То есть одну логику можно совместить с разными теориями значения, но, по всей видимости, не с любыми. То есть существует одно однозначное соответствие. Вот у меня сложилось такое же впечатление, но тогда сразу же следующий вопрос. А как понять, что с чем совмещать? То есть что такого есть в логике или в теории значения, что определяет, с чем можно их совмещать, ну, из противоположного набора? Как я понимаю, об этом и книжка. В частности. Ну да, и вот если опираться на какие-то более популярные изложения дамитовской позиции, то есть на комментаторов, например, то имеет место следующее. Допустим, вот если мы считаем, что значение предложения состоит в условиях истинности этого предложения, то мы так неявным образом подразумеваем, что верной является корреспондентная теория истины, что верно является классическая логика, там у нас принцип двузначности и так далее и тому подобное. Вот. Если же мы считаем, что условия истинности – это не то, что определяет значение предложения, а, например, условия верификации определяют, тогда мы движемся куда-нибудь в область интуиционизма. То есть у нас интуиционистская логика, у нас будет уже, соответственно, принцип двузначности, ну, отказ от принципа двузначности там, и так далее. Вот всякие такие следствия. Ну и там дальше можно вывести какие-то следствия для метафизических построений уже. Но это, опять же, популярное изложение дамитовской философии. Я не знаю, насколько они адекватны самой позиции Дамит. А эти самые популярные изложения, можно как-то их тоже в студию привлечь для того, чтобы обращаться к ним
если текст книги будет слишком темен? Ну, в частности, это, например, есть в книжке Пасмура «Современные философы» там. И также здесь я еще опираюсь на такую очень-очень популярную книжку Джеймса Янга «Глобальный антиреализм» называется. А вот можно презентацию еще пролистать немножко вперед? Я помню, что там была цифра 14 сверху, и там что-то меня... Вот, да. А вот последний пункт. Ну, здесь вот Даммит показывает, что с одной стороны, ну, как действуют логики, с одной стороны, они с точки зрения теории доказательств подходят, и как действуют философы. Вот. Хотя, честно сказать, здесь опять же вот такое разделение, которое мне не совсем ясно. Вот для меня является очевидным разделение, например, на теорию доказательств и теорию моделей. И как-то и то, и другое для меня к области логики так или иначе относится. Хотя теория моделей, конечно, штука, превосходящая логику. Вот. Но и назвать теорию моделей философской, это как бы для меня чересчур. То есть я не понимаю, здесь Даммит, может быть, говорит о теории моделей, может быть, нет. Но он говорит следующее. Вот как тут написано на слайде, что если философ анализирует рассуждение, то он берет какое-то конкретное рассуждение и показывает, что это рассуждение сводится к каким-то базовым формам рассуждений, которые мы, безусловно, принимаем. Таким образом, это рассуждение является конкретной постановкой в производное правило вывода. То есть вот у нас есть какие-то базовые правила вывода, есть конкретное рассуждение, которое мы анализируем, и мы смотрим, что там у нас происходит в этом рассуждении. Ага, вот тут у нас, значит, там введение импликаций, допустим, было, здесь у нас там введение квантовой общности, там еще что-нибудь происходило. Ну вот, это значит конкретный случай некоторого производного правила. А производное правило, оно производное в том смысле, что сводится к некоторым базовым правилам. Не очень понятна суть противопоставления между логиками и философами. Даже если мы предположим, что мы знаем, кто такие философы, и поняли, как они рассуждают, то есть логики удовлетворяются доказательствами корректности и полноты, ну, логики в целом. А философы, значит, что они делают вместо этого? Ну, то есть все равно же какие-то эти вот безусловно принимаемые формы, базовые формы рассуждений, это, собственно, логика. И значит, философы тоже в итоге, значит, они имеют в виду какую-то логику, ну, видимо, считая, что она является, по крайней мере, корректной. Или что они считают? Ну, я так подозреваю, что под логикой здесь понимается логика в формалистском смысле. То есть вот у нас есть теория доказательств, там есть какие-то аксиомы, есть правила, как из этих аксиом получать теоремы, но они не имеют никакой интерпретации. Это просто символы, которые вообще никакой интерпретации не имеют. Это чистый синтаксис. Ну, понятно. Но базовые формы рассуждения – это же тоже просто формы. И если рассуждения принимаются в силу того, что они соответствуют этим формам, то это тоже синтаксический подход, а не семантический. Да, но у нас здесь еще говорится о философах, как о тех, кто накладывают какие-то, приписывают значения для логическим константам. Приписывают значения логическим константам. Вот у нас есть вот эти вот стипулятивные определения, что импликация истинна тогда-то и тогда-то. Вот. Для теории доказательств это вообще не надо. Этого нет в теории доказательств. Совершенно. Поэтому в логике это отсутствует. В логике мы имеем дело просто выводимость, которая понимается как превращение одного набора символов в другой. Что этот набор символов означает, нас вообще не интересует.
Ну, как бы логики имеют тенденцию впадать в чистую математику, а с философской точки зрения это неинтересно. И теория моделей соотносит ту самую чистую математику с действительностью. Можно вот по этой теме задать вопрос, он немножко отвлеченный. Логика, безусловно, часто выглядит именно так, особенно современная логика. А такое всегда было, потому что если, например, посмотреть на Аристотеля или на схоластов тех же самых, то создается впечатление, что для них содержание достаточно сильно важно, а вот именно формальность, символичность, она чуть-чуть попозже пришла. С Фрейге, можно сказать, в том числе. Ну, в этом отношении определенные трудности есть. У Фрейге действительно логика интерпретирована, то есть у него не в формалистском смысле она понимается. У него каждый значок обязательно имеет строгую, точную интерпретацию. И он говорит, например, у него есть отдельные работы, там, допустим, как-то сейчас я не помню, как точно называется, но, в общем, там в названии прямо говорится об исчислении понятий, о моем исчислении понятий и там логике Буля, например. И он говорит, что вот у Буля чисто такой алгебраический подход, где значки ничего не означают. Это неправильно. Это как бы приведет к катастрофе в области логики. Мы не должны от этого отказываться. Нам должны, мы должны только с интерпретированным работать, потому что вот, ну, как бы, и он строит же свою логику как исчисление понятий, а понятия, они не могут быть неинтерпретированы. А у Буля чистая алгебра. Там вообще никакого смысла нет. Просто значки. И дальше там у Гильберта то же самое. У него просто значки. Хоть что поставьте вместо этих значков. Вообще никого это не интересует, что вы туда будете подставлять. А у Фреги нет. И он там говорит еще, допустим, про пиано. Пиано, он говорит, это пограничная ситуация между Булем и мной. То есть у него вроде как интерпретация какая-то есть, но она не такая сильная, как надо бы. Mm-hmm. Да, то есть у Фреге интерпретация заранее встроена в логику. У него логика невозможна вот в таком теоретико-доказательном смысле, таком формалистском или алгебраическом. Да, понял. Спасибо. А вот при конструктивистском подходе как-то вот кажется, что там тоже существует, ну, то есть, что там нельзя провести однозначное разграничение между семантикой и логикой. То есть, что там изначально символы имеют интерпретацию, ну, не знаю, насколько это правомерно называть интерпретацией, но я имею в виду именно вот этот процесс конструирования. Вот. Ну, адекватно ли это впечатление? Сложно сказать, честно. Мне кажется, по крайней мере, исходя из моих представлений о конструктивизме, оно адекватно. Хотя здесь вот, мне кажется, Даммит пытается сделать следующее, в том числе. Он пытается показать, каким образом мы можем подойти к интуиционистской логике точно так же, как к классической. Да, то есть вот используя вот это, например, внутреннюю интерпретацию или там используя там какие-то вот такие, ну, в каком-то смысле технические моменты, да, когда мы имеем интуиционистский мета-язык, и при этом язык-объект мы описываем напрямую, да, значение логических констант напрямую через понятие истины. Точно так же, как в стандартной классической семантике это делается. Если это можно сделать, тогда я думаю, что возможен и в какой-то мере формалистский подход. Правда, он будет предполагать, опять же, вот эти вот фоновые допущения. Не получится ли тогда так, что мы имеем интуиционистскую теорию, но при этом не следующую, собственно, принципам конструктивизма? Для меня всегда являлось не вполне какой-то
не вполне осознаваемая разница между интуиционизмом и конструктивизмом, но ведь она все-таки, наверное, есть как-то. Ну, разница между ними может быть представлена следующим образом. Я бы называл интуиционизмом исключительно брауэровскую позицию, которая предполагает, кроме методологических принципов, еще и очень серьезные онтологические принципы в духе того, что там математические объекты являются творениями человеческого ума и так далее. В рамках конструктивизма мы отказываемся от онтологических принципов, и у нас остаются чисто методологические. Хотя, конечно, тут можно спорить относительно этого. Ну, почему вот у Брауэра интуиционизм? Потому что он все-таки в духе кантианской философии математики выстраивает свою концепцию. А то есть у него там созерцание, то, что на английский язык переводится термином intuition. Созерцание играет очень важную роль. Это немецкое Anschauung. Да, что мы прям видим этот объект математический, который строим. Ну, в таком, в мысленном смысле, конечно, видим, в смысле созерцания. Это понятно, да. Но в таком случае не совсем понятен переход между вот этим вот интуиционизмом в философии математики и интуиционизмом в логике. Угу. Ну, здесь вообще история ведь очень сложная, потому что сам-то Брауэр говорил, что логика к математике вообще никакого отношения не имеет. Он заявлял достаточно четко, что он занимается основанием математики, и, а не философией. Вот, и поэтому для него как бы неважно совершенно, какая там будет логика, потому что с его точки зрения логика, она к математике отношения не имеет. И есть эта знаменитая история о том, что Геттинг придумал интерпретацию вот эту вот для интуиционистской логики, пришел к Брауэру, показал, Брауэр на нее посмотрел, ну и ничего не сказал, обратно вернул. Ну, потому что для него это вообще нерелевантно было. Ну, пусть вы эти, там, не знаю, кто, философы или кто-нибудь еще выдумывают, какую хотят логику. Это не имеет никакого отношения к математике с точки зрения Брауэра. Мне встречалось такое различие между, ну, аналогия, точнее, между, на различие между конструктивизмом и интуиционизмом. И раз уже зашла тема, предлагаю на оценку. Интуиционизм предполагает некоторую, ну, ясную мыслимость объекта, о котором мы говорим. То есть, ну, в каком-то смысле речь идет о некой представимости, что ли, достаточно ясной и отчетливой определенного объекта. В то время как конструктивизм, помимо, даже не столько помимо, а в первую очередь говорит о том, что мы должны иметь ясную, четкую процедуру построения, ну, там, либо доказательства, либо какого-то аналога, например, этого объекта. В каком-то смысле здесь напрашивается аналогия между там, мыслимостью и возможностью объекта в рамках семантики возможных миров, ну, представимостью и возможностью объекта в рамках семантики возможных миров. Вот. Спрашиваю, насколько это адекватная аналогия, может быть. Ну, я думаю, что смыслы терминов интуиционизм и конструктивизм жестко никак не зафиксированы, поэтому мы вполне можем их понимать как угодно. И ну, мне кажется, что вполне нормальное понимание. Оно даже в какой-то мере соответствует, ну, по крайней мере, как я его понял, соответствует тому, о чем я говорил. То есть мне это близко. Я бы также, наверное, интерпретировал, что интуиционизм – это вот скорее брауэровская позиция, где мы в интуиции математические объекты прямо видим. Конструктивизм – это использование методологических принципов, я сказал, интуиционизма. Ну, да, требование того, чтобы у нас была явная процедура построения, да, отсутствие там актуальной бесконечности и всякие такие вот штуки. Ну, в таком случае, то, о чем говорит Дамит, это… Ну, может быть, можно назвать интуиционистской логикой, но интуиционизмом как таковым это назвать нельзя, по всей видимости. Ну да, конечно.
Ну, есть просто традиция называть интуиционистская логика. Ну, вот мы следуем этой традиции. Ну, в конце концов, здесь Даммит о логике рассуждает, или точнее там, о каком-то описании языка, и в том числе логическом, а не о философии или там основании математики.